Перед вами 5 копеек 1911 года. Время правления Николая II. Медный вариант 5 копеек. Весит монета, каталожный вес 16,38 грамма, диаметр 32 миллиметра. В данном году 5 копеек было выпущено тиражом 3 800 тысяч 9 штук. Сейчас я вам покажу оборотную сторону. На данный момент цена на аукционах, зависимо от состояния монеты, колебается где-то от 10 до 50 долларов США.